Во вторник, 5 марта, в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького открылась выставка рязанского скульптора Галины Сметаниной «Сказка глины и огня». О том, почему экспозиция получила столь необычное название, художница рассказала корреспонденту РИА 7 новостей. В основном здесь работы, которые я делаю летом в деревне, используя восстановительные обжиги. То есть это такая технология, довольно-таки древняя, которая позволяет определенным краскам, приготовленным на основе окиси меди, восстанавливаться до красного цвета, и при этом возникают какие-то необыкновенные интересные эффекты красного цвета, какие-то перламутровые эффекты. Вот это в основном последнее увлечение моих последних лет. Эти дровяные обжиги восстановительные. Лазури. Наверное, очень трудоемкая работа. Это очень трудоемкая, потому что нам пришлось в деревне, вот мне муж построил печи для обжига, мы обжигаем керамику дровами. Вот, сидим около печи по 8 часов, пока идет процесс обжига, приходится заготавливать дрова для этой цели. Вот, потом еще ночь печка остывает, когда мы открываем печку, то там нашему, так сказать, взору открывается нечто невообразимое, потому что никогда невозможно предугадать, что там получится. Там бушует огонь, стихия пламени, и там, как я назвала свою выставку, «Сказки глины и огня». То есть там некие письмена, которые огонь оставил на глине. Вот, поэтому у меня выставка называется «Сказки глины и огня».